Жизнь, по сути, очень простая штука, и человеку нужно приложить много усилий, чтобы ее испортить. Говоря эту фразу, Чехов будто бы описывал себя. Он был действительно простой и максимально естественный человек, поэтому, наверное, и стал культовым автором. А ведь Антон Павлович – ровесник Владивостока. Именно поэтому на 158-й год рождения и города, и писателя здесь появился памятник литературному классику. Где-то вот, находясь здесь, на берегу, то есть он наблюдал, помните, кита, хвостищем плещет который, и в связи с чем впечатления роскошные у него остались. Вот я хочу, чтобы такие роскошные впечатления оставались у всех, кто приезжает в город Владивосток, и я думаю, Антон Павлович оценил бы те изменения, которые сегодня есть. Открытие памятника превратилось в яркий театрализованный праздник с участием артистов, которые представили эпоху времен писателя. К слову, автором самого памятника стал известный во Владивостоке скульптор Петр Чегодаев. Среди его работ – скульптуры Владимира Высоцкого в театральном сквере и Александра Солженицына на Корабельной набережной. Его Чехов не похож на привычный образ. Он больше списан с того юного писателя, гостившего во Владивостоке в 1890 году. Я и захотел, чтобы люди больше узнали именно молодого Чехова и узнали тот этап его жизни, когда он искал дух свободы. Именно для этого он поехал на Дальний Восток. Поэтому наш Чехов, он такой высокий, молодой, со взглядом полных творческих надежд. Помимо самого памятника, мэрия провела работу по благоустройству и всего Чеховского сквера. В ходе реконструкции там провели большой объем работ. Строители восстановили лестницу, которая ведет к гостинице, сделали пешеходные дорожки, а также установили лавочки и фонари. Максим Яковлев, новости на Восьмом.